ближайшая песня, страшно сказать про что, она про человека, который одинаково хорошо видит мир живых существ и мир духов. В следующий раз будет другая трактовка. Thank you.
тем, кто ты, чтоб мне в спину, кто сидит за одним столом, кто глядит одними глазами со мной. Спасибо. Короче, да, лица, песня от лица этого самого человека. Сейчас будет песня под названием «Позитивная». Хотя это ничего не обещает. Попытайтесь улыбнуться. Добрые друзья, соседи, безумцы, благоразумные люди чистого сердца. Я хочу, чтобы мы всегда смогли вовремя зажечь того, кто отчаялся. Я хочу, чтобы мы всегда смогли найти общий язык между врагами, так почувствовать друг друга, чтобы никто не взялся за пустое дело, так любить друг друга, чтобы невозможно было удержать нас в неволе. Договориться между собой, где постараться и когда сделать паузу, чтобы не было стыдно за эту прекрасную землю, один закат на которой стоит самонадеянные дела. Дела. Я очень стараюсь научиться петь вокалис. Ну, почти получилось. Спасибо. Сейчас будет премьера. Песенка, она называется «Алкогольная». Про моего друга, но на самом деле это и про меня тоже, и про всех нас. Очень-очень хорошая песня, поверьте. Премьера вообще. Мои крылья сложились за горбатой спиной, мой мир сломался до квартиры с собакой, кухней и рабочим столом. Собака просит еды и видит во мне Бога. На кухне спит, чтобы выпить и снова купить. На столе экран со странными новостями, новости про то, что работает бессмысленно.
проднил сверху донизу. Как же из этого выйти, если можно забыться, вспоминая лучшие дни? Если ты не в силах помочь, то просто поговори со мной. Поговори со мной. Способен поболтать близко мне в пыли под лай собаки и бокал темного вина. В углах сгущается человека. В кирпичах потерявшего надежду. Спасибо. Это было три песни Тимофея Лиховского, Анны Сердцева. Вот, и подходите, говорите, критикуйте, ведь у нас...